Добро пожаловать, дорогие друзья, с вами как всегда Кот, и сегодня мы поиграем в игру под названием «Завтрак на кладбище». Но, удивлю тебя, это не хоррор. Наверное, ты подумал по менюшке, что здесь какой-то хоррор, будет какая-нибудь страшная игра. В основном, нет, сегодня будет довольно-таки очень необычная игра. Погнали, короче, начнем. Start new game. Знаешь, я тоже подумал, что тут какая-то страшилка. Смотрел инди-хорроры, думал что-нибудь такое интересное записать, и тут попалась мне эта игра. Так, какой-то черепок. Так, всем доброго времени суток. Меня зовут Бонифаций, я скелет. Я всех пугаю периодически. Так, но иногда мне тоже нужно хорошо позавтракать. И хороший завтрак помогает вообще как бы заряжать на целый день. И у меня так больше получается пугать народ. Значит, мой босс очень злой. Так, и это видеоигра о том, как я буду, короче, кушать завтрак. Так. Окей. Мы готовы. Да, дорогие друзья, всем надо покушать, так сказать, позавтракать. У нас своя работа, у монстров своя работа, пугать кого-нибудь. И так далее. Ну и, конечно же, они тоже хотят позавтракать. Так, вау. Так. Есть! Так. Стоп. Кушаем. Как ты кушаешь? Блин, скелетик. Как ты кушаешь? Так. Упс. Так. Блин, увы, у нас не получилось позавтракать. Так. Ну-ка, давай рестарт. Так, рестарт, дорогие друзья. Ну так вот, всем монстрикам тоже надо позавтракать, так сказать, чтобы собраться с мыслями и пугать нас во всяких разных видеоиграх. Так, ну как ты там кушаешь? Давай, открывай рот. Давай. Няма-няма-няма. Блин. Опа, ребята, короче, вот. Нам нужно жевать, все, я... Так, куда это мой хлеб, ты чё? Ты посмотри. Тут нельзя зевать, дорогие друзья, это видишь? Завтрак может достаться не только скелету, но и какому-то очень вредному привидению. Так, опа, давай, берем. Отлично. Так, начинаем жевать. Вкуснятина. Так, дальше. Поехали. Так, ты привидение, отстань вообще. Так, есть, прошли. Уу! И привидение отступает. Поняв, что все, завтрак съеден, да. Скелету он более нужней, чем тебе, призрак. Окей. Че, поехали дальше, дорогие друзья. Посмотрим, какие тут следующие уровни. Так, тут у нас уже яйцо. Ну хорошо, значит, завтраки разные. Сегодня скелетик хочет... Так, отлично. Ай! Ай! А-ха-ха! Давай, бери! Давай, так. Давай! Да ты чё? А, 5 секунд! А, моё яйцо укатилось! Скелет, прости, пожалуйста. У меня руки-крюки. Так. Окей, давай переиграем. Так, давай. Сейчас возьмем ложку. Быстро, короче, чистим это яйцо. Так. Ах, все, отлично. Тихо. Главное дотянуться. Давай. Опа. Давай. Е-е-е. Так, все, начинаем жевать. Жуй. Хорошо. Калории нужны. Отлично, все. Шикарно. Все-таки привидение утащило ложку. Ты посмотри. Хитрое привидение. Так. Какой следующий у нас завтрак? Так. Переходим на новый этап, значит. Так, я люблю завтраки. Ух, блинчики. Вкуснотища. Поехали. Так. Давай, потихонечку. Главное... черт! Скелет, прости, пожалуйста. Боже мой! Да как так-то? Жесть!
Как так-то у него вилка-то в глаз-то соскользнула? Капец. Так, будем сейчас аккуратненько. Так. Так, так, так. Главное аккуратно, аккуратно. Так. 10, 8, 7 секунд. А, давай жуй. Да жуй, потребляй калории, ё-моё. Так. Что за... Какие-то листья летают, боже ты мой. Так, подожди, мне надо как-то взять вилку так, чтобы было более удобно. Хотя не, только так. А, простите. Так. У меня блинчик упал. Так, да... Ну, кали ты его хр... Давай, все, ну вот... Да, стой, куда стол-то уезжает? Стол уезжает куда-то. Возможно, его привидение потихоньку оттаскивает к себе. Думает, все равно скелету не нужно, так сказать. Возьму-ка я себе стол. Так, ну все, поехали. Хоба. Так, ням-ням-ням. Аппетитные блинчики. Ах, черт, сука. О, бедный глаз. О, скелетец. А, чё, куда теперь вообще? Ква-ква-ква-ква. Так, ну, позавтракать-то мы должны, дорогие друзья. Как так-то без завтрака-то? Монстр не тот будет. Вот, знаешь, нас иногда монстры пугают в играх плохо. Это значит, они не позавтракали. Так, тихо-тихо, привидение. Давай, дожри уже свои... Давай, тихо-тихо, куда ты ушел? Куда еще привидение, блин, уносит? Вот, а те монстры, которые хорошо позавтракали, дорогие друзья, они нас отменно пугают в инди-хоррорах и других страшных играх. Все зависит от завтрака, как ты позавтракаешь, попьешь ли ты кофеек, поешь ли ты блинчики, бабушки Гренни. Так, давай, хопа, хопа, давай. Так, куда... Прикалываешься? Блин, последний блин, хотя у нас один укатился. Так, поехали. Это сложная, ребята, игра. Это реально сложная игра. Вот, вот прям вообще. Так. Да какого, мать твоего, черта, блин. На, мне все равно уже не нужно. Да, держи. И вилку еще не забудь. Вот, на тебе, пригодится она больше. Блин, вот этот уровень сложный. Давай. Так, хорошо. Ням-ням-ням-ням-ням. Подожди, может мне надо как-то вот так? Да стой, еще это... Блин! Ну ладно, забирай. Забирай все-таки. На, держи. Блин. Ну все, последнюю попытку, дорогие друзья. Правда, этот уровень вообще сложный. Так, давай, хоба. Так, вот так, может как-то вот так? Во! Так... Блин, там это привидение. Короче, все, продули. Продули. Ну ладно, все. Вот реально последнюю попытку. Все, накалываю этот блинчик бабушки Гренни и начинаю жевать. Все, давай. Ням-ням-няма. Так. Давай, хоба. Так. Давай. Блин. Почему ты не можешь взять все три блинчика и скушать? Офигеть. Ну вот как-то так, дорогие друзья. В принципе, вот такая необычная игра. Завтрак на кладбище называется. В принципе, очень даже необычная задумка. Очень классная. Да и тем более персонаж, этот скелет прикольный. И эти призраки, которые воруют завтраки. Класс. Мне понравилось вообще. Побольше бы таких интересных и необычных игр. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был, как всегда, я, Кот. Всем бай-бай, дорогие братишки.